Шымкенте в преддверии Дня Республики наградили выдающихся жителей города. Порядка 40 человек получили грамоты и медали. А аким города рассказал о достижениях мегаполиса и дальнейших планах его развития. Врачи, педагоги, ветераны, инженеры, сотрудники акиматов, порядка 40 человек. Выдающихся шымкенцев сегодня награждают орденами Барыс, Курмет, Парасат и Шапагат. Екатерина Никоненко сегодня в числе награжденных. Она получает орден из рук акима города. Больше 40 лет герой труда проработала машинистом турбины на Шымкентской теплоэлектростанции. Обеспечивала запуск и контроль за работой и остановкой паровых турбин. Я хочу поздравить всех казахстанцев с праздником Днем Республики, пожелать благополучия всем, мирного неба и процветания нашей стране. Аким мегаполиса Габит Сыздыкбеков поздравил горожан с праздником и рассказал о достижениях города. За 9 месяцев в Шымкент было инвестировано 434 миллиарда тенге. До конца года эту цифру планируют почти удвоить. Благодаря увеличению объема инвестиций растет и бюджет города. Развивается малый и средний бизнес. В городе работают порядка 130 тысяч предпринимателей. Поздравляю казахстанцев с Днем Республики. За это время наша страна достигла больших успехов, а город Шымкент стал миллионником. Мы держим курс на развитие, привлечение инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса. Желаю нашему городу и стране процветания. В Шымкенте также развивают социальную сферу. В городе возводят больницы и школы, строят жилые многоэтажные дома и модернизируют инфраструктуру. Анастасия Новикова, Двернабдиев, Абзал Турабеков, Информбюро Шымкент.